Хабаровск. 14 мая, РИА Новости. Около 80 военнослужащих снайперов, ставших лучшими в своих военных округах и войсках, участвуют во всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж 2018 в Хабаровском крае. Победители поедут на международные армейские игры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе во Князе Волконской стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж 2018, входящий в программу «Армия 2018. В борьбу за право представлять РФ на международном этапе вступили сильнейшие снайперские пары, представляющие военные округа, Северный флот, воздушно-десантные войска, общевойсковые командные училища Минобороны РФ, ДОСААФ России. Всего около 80 человек, говорится в сообщении. Отмечается, что после церемонии открытия участники приступили к прохождению первого испытания минус снайперский биатлон, где будут определены лучшие снайперы в индивидуальном зачете. Участники преодолеют трассу протяженностью около 1000 метров и продемонстрируют навыки в меткости стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД, а также в метании гранаты. Снайперы и снайперские пары будут соревноваться в таких дисциплинах, как стрельба на зачет, снайпер в обороне, стрельба ночью, гонка патрулей, снайперская эстафета. Они выполнят стрельбы из винтовок СВД, автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и Ерыгина, продемонстрируют свои навыки в оборудовании и маскировке снайперской позиции с использованием подручных средств. Уточни.